Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Вот у нас сейчас на улице стало очень жарко. Я хочу вам показать такой легкий огуречный салатик, который я делаю дома моим детям, всей моей семье. Очень нравится. Вам всего лишь понадобятся свежие огурчики, терочка, соль и уксус. Огурчики я натираю на крупной терочке. Уксус я не измеряю, я просто его добавляю на глаз. Это как вы любите. Мы любим много уксуса. И теперь посыпем сольки и черным перчиком. Я все это перемешиваю. Выходит вот такой вот салатик. Девочки, попробуйте, не пожалеете. Очень-очень вкусно. Летом в жару то, что надо.